Билеты на открытие сезона раскупили давно, и вот специально для тех, кому не удастся попасть на сегодняшний концерт, сделали открытую репетицию, побывать на которой можно абсолютно бесплатно. Из чего возникает музыка? Как рождается гармония? Белгородские слушатели смогли увидеть это воочию и даже пообщаться с дирижером прямо во время репетиции. Ведь для артистов впечатления зрителей самые главные. Если без преамбулы ведущего, объясняющего, о чем идет речь, что возникает, какие ассоциации, что мыслится, о чем эта музыка? После репетиции многие признавались, увидев, как дирижер работает с артистами, совсем по-другому посмотрели на это искусство. Интересно, конечно, наблюдать, когда они не в парадных костюмах, а в обычной одежде, как дирижер работает с первой скрипкой, с другими, передает ему свой темперамент, свое восприятие мира, музыки. А вы знаете, а вот на репетиции, мне кажется, еще интереснее. Больше, что ли, оцениваешь, какой это труд, какой вот создать труд. Гармонию. В этом году Белгородский симфонический отмечает 25-летие со дня основания. Впервые через почти два десятка лет послушать его пришел один из первых дирижеров тогда еще камерного коллектива. Это потрясающая такая разница между тем, что было, как начиналось, и что сегодня существует. Оно мне родное до слез. Вот струнная группа, настолько мягкая, настолько глубокая. Группа виолончели, альты, скрипки, контрабасы. Ну, это ведь каждый человек на весь золото. Что еще ждет слушателей в новом сезоне, уже завтра в эфире программы «Такой день» расскажет художественный руководитель Белгородской филармонии Евгений Олешников. Наталья Александрова, Евгений Титов, программа «Такой день» на Мире Белогорья.